В Сочи стартовала конференция партнеров «Магнита», и Иван Канаев сейчас ответит нам на вопросы. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие изменения на рынке продуктов питания можете отметить вот за последнее время? Ну, наверное, в первую очередь я хотел бы отметить направленность на здоровый образ жизни. Если брать нашу отрасль, то это появление и развитие большого количества безалкогольных продуктов, лимонадов, но и, опять же, развитие крафтовых и локальных производителей. Такой общемировой тренд, наверное. Ну и говоря, опять же, о трендах, как изменились отношения с сетями? Вы знаете, это очень приятный момент. Отношения с теми становятся лучше и лучше. И сам факт того, что я сегодня нахожусь здесь и буду выступать вместе с партнером, говорит о том, что меняется эта парадигма, когда сеть закрывалась от поставщика. И сейчас мы абсолютно следуем европейским трендам, когда сеть все больше и больше дает информацию о себе, дает информацию о поставщике, за счет этого повышая свою эффективность. Эффективность поставщика, разумеется. Это очень приятно. Говоря о развитии рынка и о новых продуктах, вот какие, с вашей точки зрения, новые продукты интересны современным? Рынку. Если мы говорим все-таки по продукты как таковые, я думаю, что те продукты, которые отвечают требованиям рынка, как я уже говорил, это все, что связано с здоровым образом жизни, с культурой потребления продукта, ну и уход во всякие специалитеты. Ну а говоря о вашей компании? Наша компания следует абсолютно рынку. Хорошо. Какой кейс реализованной компании вот за последнее время вы считаете наиболее успешным вашим? Тот кейс, про который я буду рассказывать сегодня, это кейс импланты, наверное, наша инициатива вместе с Магнитом по on-shelf availability, то есть это по управлению доступности продукции на полке для потребителей. Ну и что получилось в этом году реализовать, и, может быть, скажете, где не дотянули и какие планы на следующий год? Нет предела совершенству. План на следующий год есть развивать все эти инициативы, которые были запущены в этом. В частности, как я сказал, это проект «Имплант», проект «ОСА», проект по совместному прогнозированию, делать их более глубокими, более точными и более передовыми, потому что в России таких аналогов пока очень немного. Что бы вы хотели спросить у «Магнита»? Я хотел бы не спросить, а пожелать им развиваться в том же темпе, который они сейчас задали. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Спасибо. Все, стоп.